Маша решила попробовать себя в роли художника. И это занятие оказалось настолько заразительным, что Белка и Заяц решили к ней присоединиться. Все они решили нарисовать снеговика. При этом смотрят на него с разных сторон. Вот с такой перспективы видит снеговика Заяц. А вот с такой Белка. А вот таким его видит Маша. Пока они рисуют, я объясню твою задачу в этой игре. Все видят снеговика по-разному. Твоя задача – помочь Мишке определить, кто из наших героев нарисовал какую картину. При этом все зависит от перспективы, с которой Заяц, Белка и Маша смотрели на снеговика. Кажется, наши художники закончили рисовать. Давай вместе посмотрим, что у них получилось. Кто бы мог это нарисовать? Вот этого снеговика нарисовала Белка. А вот этого нарисовал Заяц. А Маша нарисовала вот этого. А теперь попробуй сам. Вот увидишь, в этом нет ничего сложного. Начинаем рисовать. Так, что у нас тут есть интересного? Готово! А теперь надо помочь Мишке разобраться, кто что нарисовал. Мишка, а это кто нарисовал? Ага, Мишка, а это кто нарисовал? А теперь нарисуем кого-нибудь другого. Готово! А теперь надо помочь Мишке разобраться. Кто что нарисовал? Угадал! Мишка! А это кто нарисовал? Точно! А это кто был? Кого бы еще нарисовать? Готово! А теперь надо помочь Мишке разобраться, кто что нарисовал. Угадал! А это кто был? Угадал! А это кто был? А давай мы и тебя нарисуем. Или лучше сначала разрисуем, а потом нарисуем. Ты куда это пошел? Не бойся. Мишка, подожди. Стой. Скорее, за ним. Брось его, ребята! Молодец! Ты отлично справился с заданием! Два минус один равно... Пять минус два равно... Один плюс два равно...
5 минус 1 равно... Плюс 2 равно 2 плюс 2 равно 2.